ما معتقدیم مشکلات منطقه از جمله در قفقاز جنوبی بدون دخالت بیگانگان قابل حل و فصل است. این بخشی از پیام امروز نشست منطقه‌ای 3+3 در تهران می باشد. Мы не против любых контактов, которые и армяне, и азербайджанцы сочтут для себя полезными, но всем экспертам прекрасно известно, что все необходимое для того, чтобы делимитацию обсуждать и согласовывать, включая прежде всего карты, которые остались с советских времен, находится только у Российской Федерации. Партнеры это понимают, мы не пытаемся делать из этого большую проблему, а пусть они попытают счастье и в Брюсселе, если на то есть у них желание. Но мы всегда готовы.